Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir, второй сервис, как и всегда. И сегодня мы с вами вместе попробуем перекупство в новой сфере, а именно перекупство бизнесов. Так что присаживайся поудобнее, готовь что-то покушать, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, если ты хочешь поиграть на этом сервере вместе со мной, то при регистрации вводи мой промокод, который находится в описании ролика, и при получении третьего уровня ты получишь 20 тысяч долларов на свой баланс. А перед тем, как мы перейдем к главной теме этого ролика, то есть бизнесом, мы закончим тему с предыдущим роликом, когда я поменял свой Макларен на разварках. Если вы не смотрели, можете посмотреть. Вот, поменял на AMG GT и на Huracan. И эти две тачки я успешно продал. Кому и как, смотрим дальше. Продаем Сане акулу. Почему-то, короче, предлагали мне в первый день 135, второй день не предлагали. А сейчас, когда появился покупатель, еще появился один покупатель. Капец, то их нет, то либо их просто капец как много. Хотел продать одному, в итоге продал другому. 140 тысяч акула улетела скиллу. Давай, удачи. Так, пацаны, Санек у меня хочет купить Huracan за 235. Так, инфотест. Да, все-таки третий владелец. Хром, Ксенон. За 235 тысяч, поэтому я готов к обмену. Этот Huracan, все верно. 235, он сейчас, я так понимаю, прочекает все, 5000 ему скинул чисто на комиссию. И благодарю. И нам вышло что? О, кстати, супер с того прошлого ролика, офигеть. Купил я и затюнил Макларен за 330, продал Huracan за 235 и этот GT-шку за 240. Вышло он 375. Но с учетом комиссии 365, окей. Вот так все равно в плюсе. А вы не верили. А дальше перейдем к главной теме ролика. Сижу я такой спокойно себе на АБУ и вижу объявление в чате, что продам 2 биза по 5000 выплаты срочно. Думаю, но если рынок где-то 2.1, 2.3, срочно сколько он будет продавать? Он продавал по 2. Я ему предложил 1.8 и дальше смотрим, что собственно и вышло. Так, пацаны, лечу прям пиздец, потому что бизнес очень выгодно. Оба. Привет-привет. Шарк 17 продает по фасту, не знаю почему, свои бизы. 120 тысяч, 7, это выходит 4986, 4986 чистой. А тот другой меньше или больше. Он, короче, продает 2 биза, 5000 выплаты, типа чистой. Вот, по 1.88 я сторговал. Он по 2 продавал, я 1.88 сторговал. Я сейчас веду себя как максимально наглый чувак. Ну, перекупы шо? Бля, словить бы такие бизы по госу, а? Это было бы балдеж. 5000 выплаты за лями 1.8, 1.88, ну 1.9. Я думаю, это балдеж. Потому что они 2.2, типа, стоят как минимум. Какие 2.2? 2.1, 2.5 где-то они стоят. Вот, поэтому 1.881.200, да. Все, вы приобрели бизнес, офигеть. Спасибо. 700 тысяч на руках, охренеть. Если был бы еще 1 миллион, я бы еще один купил. Так, а ну расскажи, что с бизнесом? Рентабельность, баланс какой-то. Доход. Там, короче, смотри, нажми улучшить что-то доход. Доход, да. Недостаточно денежных средств, нужно 12 тысяч на балансе. Закинь 12 тысяч. Окей, 12 тысяч. Закинул. Улучшить, нажми. Увеличить доход. Достигну максимально возможный доход бизнеса, увеличено. Ну, что, значит? Сука. Значит, окей, максимум. А расходы это что у нас получается? Ну, хуй его знает, у меня на бизнес деньги сегодня не пришли еще. А название за бабки или нет? За бабки. За бабки? А много бабок? Блять, за 12 тысяч. За 12 тысяч название поменять? Да. Короче, пацаны, Димон мне занял пару там тысяч денег. Вот. Ты что, похуел? Так, снять со счета 530 тысяч. А, не, недостаточно, окей, 500 тысяч. А? Ага. 125, алло. 29, 600. 50, блядь, снять со счета 54, блядь, 54. Баксов. 52. 1. Короче, у меня 1.926.000, пиздец. Что могу сказать? Едем покупать биз. Так, пацаны, шарик 17.
какой ты же хороший человек, покупаем бизнес у него второй за 1,9, ладно, 20 тысяч дороже, сук не этот. Бля, я так подумал, там 7500 расходов, думаю, нихуя, это мне повезло. 5900 и 900 расходов. Он меня наебал, получается, первый раз. Покупаем этот за лями 9, это все равно выгодно, его можно продать там за 2,2-2,5, 100%. Лям 990, благодарю. Магазин, доходы, пополнить баланс, рентабельность 565%, увеличить доход 9000 на баланс. И к седьмой не хочешь, не, бабок нет вообще уже. У меня еще никогда не было 16 тысяч, просто 16 тысяч. Увеличить доход, ага, все, максимум получается. Охренеть, получается 10 тысяч в сутки. Еще бы full банк накопить, и было бы... Ну да, full банк накопить, когда 700 тысяч в долгах. Охренеть, вот как это смотрится в F1? Два бизнеса. А, два бизнеса всего лишь, бля. Ну и как вы поняли, у меня осталось там 1016 на руках. Нужно ловить дома по гос, как бы гаражи открывать и бизы, возможно, словить на следующем слете по гос. У меня бабок нет. Поэтому я принял решение... А, и да, конечно же. И долг еще 700 тысяч нужно отдать. Вот, и поэтому я принял решение продавать бизнес. Сначала я начал шуршать этими объявлениями, что в группе ВК, что на сервере по продаже бизнеса. Сначала я хотел за 2,5 его слить, вот. Но 2,5 не получалось. Потом получилось написать за 2,3, появился один пацан, но он что-то слился, вот. И потом нашелся уже окончательный покупатель. Это сколько? Смотрите дальше. Короче, есть, пацаны, покупательный один бизнес, это Денчик Синдиката, вот, продаю я который свой похуже, который там 4986, а тот я оставлю себе, плюс там еще налоги меньше, ну, короче, и расположение получше, хотя в этого-то получше, ну да и пофиг, вот, продаю за 2,1, купил за лям 880, вот, вроде этот бизнес, да, этот, значит, забрать доход, вот, и Денчику предлагаем... Так, я надеюсь, он не откажется продать. Главное, игроку 62-2-100 продать. Благодарю. Все, пацаны, теперь я могу ловить бизнес с ГОСа. Теперь у меня есть одно место, а тот я оставлю себе. Пора возвращаться в строй и закинуть на банк 500 тысяч. А то без процентов не в кайф и остается лям 669. Но и с этой суммы нужно еще 700 тысяч долга отдать. Вы думали, это все? Нет, я один вечер случайно зашел на БУ и увидел мой любимый Хуракан, перфоманты, и поэтому его купил. Смотрим. На ты 210-220. 201 тысячу на расширение. Бля. Ну... Срать пойдет. После этого всего я перекрасил Хуракан в красный, благо у него была смена на этот стоковый цвет, к сожалению, вот. Поехал, обновил владельцев за 100 кредитов и продал. За 230 тысяч долларов. В итоге вложения нас составили 201 тысячу на покупку и 100 кредитов на обнуление, а продал за 230. То есть чистой прибылью нам вышло 29 тысяч. Почему нету видоса? Потому что у меня Discord мигает, как вы увидели при покупке, вот поэтому я не хотел его вставлять. В принципе, пацаны, на этом все. Поставьте лайкос данному ролику, помогите его продвинуть в топ. Также напишите в комментарии, что вы думаете о бизнесах. Ловили вы, кстати, когда-то дома или бизнесы с ГОСа? Вот я дом ловил, а бизнес никогда. Мне кажется, это unreal вообще. Также не забывайте про подписку, ведь здесь выходит очень много интересного контента. Также нажимайте колокольчик, чтобы смотреть мои ролики всегда первыми. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока-пока.